Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Юлия Сидорова. Спонсор прогноза погоды – компания по производству металлоштакетника в Нижнем Тагиле. Телефон 96 18 17. Красивый и долговечный забор из металлоштакетника – это возможно! Более 40 цветов, гарантия качества. Телефон 96 18 17. Во вторник, 19 декабря, в Нижнем Тагиле ожидается ясная погода, ветер южного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем минус 11, минус 12 градусов, ночью минус 13, минус 14. Далее прогноз погоды на ближайшие дни. С вами была Юлия Сидорова. До встречи!